Поздравляю с заброшенной шайбой. Я думаю, какой груз плеч все-таки слетел у вас. Насколько приятно было все-таки еще и дома забросить? Ну, конечно, да. И славу передачу отдал голевую. В целом, там все пятерка хорошо поработали там у себя в обороне. Отобрали, контратака. Ну, есть, конечно, да. Я в последнее время старался так не зацикливаться. В первую очередь, конечно, командный результат вот для меня. Ну, опять же, конечно, рад забить. А немного скинул себя. Вот, поэтому все впереди, еще буду стараться, еще есть очень много на чем работать. Сегодня команда совершенно на других скоростях действовала, нежели в Нижнекамске, намного активнее были, особенно первого периода. Вроде бы один день между играми, что поменялось? Да, в целом нет такого, что что-то колоссально поменялось. Да, сегодня намного лучше играли, активнее начали. И первые два периода вообще очень здорово играли. Опять же, как я сказал, третий период немного такой валидольный, сами себе там и удаление пошли. Вот. Но в целом, если выдержали, вытерпели, значит, правильно играли. Вот там имущество, молодцы ребята, на себя ловили все. Да, Самончик сегодня вообще зверь вытащил и все, что можно, поэтому... Третий период хорошо тоже доработал. Много в прессе и везде обсуждалась такая мощная победная серия соперника сегодня. Насколько, может, это дополнительную мотивацию давал или об этом вообще не думали? Ну, конечно, говорят, да, о том, что хорошая команда, мощная. Но, опять же, для нас мы не смотрим, там, условно, с кем мы играем, где они идут и так далее. Мы на свою игру настраиваемся, стараемся в свою игру играть. Вот, каждый матч настраиваемся на все 100%, поэтому... Настраиваемся на любого соперника, на каждого, как на самого главного. В течение всего сезона мы отмечаем плотность календаря, и уже через день снова матч против непростого соперника. Как восстанавливаться в такой ситуации? Ну, самое главное — сон. Опять же, там заминка, зал. У нас Адриан все на отжимание. Это отжимание, пресс качать тоже. Потом чуть-чуть бегит делаем. Велосипед. Вот. И ну, самое главное, надо восстанавливаться после игры. Я говорю, сон, растяжка, заминка — это самое главное. Ну, таков календарь.